Первый у нас в списке чуйник. Давайте я сразу открываю Телеграм и сразу начну добавлять список людей по очереди. Опрос я сделаю только после того, как мы пройдемся по всем людям. Кто... Нет. У кого лучше... Это как называется? У кого лучше наряд, у кого лучше костюм? У кого лучше образ? Вот так можно. Да. Чайник. Да, я тут. Мы готовы к представлению. Я даже выключу себя. Угу. Ты уже камеру включил? Я уже все включил в этой жизни. То давай. Есть осталось только мне включить. Осталось, да? Только тебе выйти на подиум и продемонстрировать свой чудеснейший здесь образ для подписчиков. Матушки мои родные! Круто, вау! Слушай! А ног... маникюр это как когти Венома, да? Вообще! Это карнажи, когти карнажа. Это, понимаешь, совмещенные. Слушай, у тебя фон круче, чем у меня. Веном, чайник. У него фон прям прекраснейший. Сзади человек там лежит на диване. Это Андре. Который давно был в команде, если кто-то вдруг не знает, он спит. А, это Андре? Да. А, он же к ней еще в Москву приезжал, точно. Вот. Мой Вен. Ну, получше, получше. Ладно, хорошо. Большое предупреждение. Угу. Будет страшно. Сильно ни на что не рассчитывайте. И тут больше моральная давка, понимаете? Просто на канале есть одна интересная рубрика. Ну, уже нет, она была. Уже тогда. Нет, уже был, не ну, интересно. Не, она всегда будет интересна, я недавно ее пересматривал, но она закончилась. Поэтому я решил стать тем, кем я люблю там быть больше всех. Угу. 200. 200, дети! Спасибо, 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 спасибо. Вы поднимались на шкале. Следующий у нас по списку это Нотошенция. Да. Нотошенция, are you ready? Yes, my friend. Ты приходишь ко мне в бар, но ты делаешь это без уважения. Из культурного человека ты превратился в кусок неделикатного джентльмена. Неплохо. А ты сама маску делала, рисовала? Да, знаешь, что это? Что гуашь? А. Главное, не кушай, губы не облизывай. Не, просто понимаешь это, у нее я сейчас два варианта, либо победа, либо минус лицо. Но я даже ногти не поленилась покрыть. Оно понимаешь? Давит, очень больше давит, чем у Херейта даже, на психику. Э! Почему он молчит? Аплодисменты стоя, сидя на стуле. Я поняла. Ля такой! Это ты из 2016-го, я тебе отвечаю. Короче, там или что-то прям люто всратое, ну вот прям настолько, что вот кошмар. Откуда ты знаешь? А, ну так, другого варианта не суждено вот это. У меня есть история. Да я боюсь, короче, представить, что там за история была. А, видишь, ну, туши на моей голове? Не воняет, Экзанил? Чуть-чуть воняет. Ну, видишь, ладно. Туши на моей голове. Ты знаешь, что это? Видишь, туши? Да-да. Короче. Она стухла? Сегодня мама мне приготовила суши. Ты из мусорки и... достал? Нет, эти суши, они... Ну как сказать? Короче, я их съел, и потом меня приспичило. И я стал какашечным монстром. Воздержусь от комментариев. Все комментарии сегодня присущны подписчикам. Поэтому пускай они оценивают по 10-бальной шкале твой образ, Экзанил. Конечно, да. Есенин, она новенькая. Она недавно попала в команду. Прошу заметить, набора в команду нет. Познакомьтесь с новенькой. В общем, валяй давай, просто. Давай. Я считаю, что мой образ самый страшный, потому что это косплей на персонажа Миссы из «Тетрадки смерти». У меня есть тетрадка, у меня есть ручка. Если кто-то не подписан на Телеграм, я запишу его именно в эту тетрадку. Ближе к микрофону. Мы с тобой поиграем в одну очень интересную игру. А называется она «Кто
лайк на этом стриме. У него просто возьмет и... Ты там угрожаешь? Вы сами увидите. Она настолько сильно плакает. Ему звонят. Вы бы знали. Так что все ставим лайк. Да, 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 да. Йо-моё! О-о-о! Вау. Смотрите, самое интересное. Я предупредил, кто не поставил лайк на базе. Да, да. И я не пошутил. Какой-то хрупкий у тебя картон, в смысле нож. Да он потом у меня, я на нем сидел, ты понимаешь? Я на нем сидел. Нормально, нормально. Лайв, Лайв, давай я... Прям сидел? Лайв, давай я поделюсь с тобой своим. Я еще и Супермен! В смысле? Сейчас, я покажу. Мне не нравится, что он раздевается. Сейчас, смотри. Так это Бэтмен больше. Этому это Супермен! Нужен... Такого б... это черный этому плащ. Этому нужен новый герой. Не, Клай, подожди, вот я Джокер, ты Бэтмен, мы нашли друг друга. Вот это... Эль Пачо. Он следит за тем, как ставят лайки и подписываются на канал. Самый лучший костюм у чайника. Да, да, согласна, да. Объективно. Самый лучший, спасибо. Она больше всего запарилась, он у нее круто выглядит, видно то, что она делала своими руками, это необычно, она сделала Венома, ну то есть, ну фиг его знает, можно было сделать, ну как банального какого-то там, ну я не знаю кого, честно, не буду в пример она приводить. Даже, извини, что перебиваю, она даже над фоном запарилась. Да, но у нее даже фон крутой, у нее фон лучше. У нее лучше... даже этот есть. Ручной этот человек. Ручной Андрей. Да. Ну, у нее фон лучше, чем у меня был хэллоуинский фон в предыдущем году, когда я еще в Португалии жил. У нее лучше сделан.